Sur ma carte d'identité, écrit réfugié SNCF. Тихо, учитель в классе. Мне от вас нужна не любовь, а умение слушать. Мадам Жекиль плохой педагог. Она не прививает интерес к предмету. Лицей – это храм науки. Он дает вам знания и учит взаимоуважению. Не пускай страх внутрь себя, а то ты так съеживаешься, что тебе и не видно. Ничего не помню. Только приятную теплоту. Вот это скорость. За 30 лет стажа впервые чувствую себя такой бодрой. Почему она не умерла? Как педагогическая инициатива, это любопытно. Хотя и необычно. Кое-что произошло. Кто бы мог подумать, что такая серая мышка, как вы, займет в лицее такое положение? Что самое важное? Знать, как быть счастливым.